Азербайджанцы нас не трогают, они заняты своей работой, говорят армяне, проживающие в селах Карабаха, Кичик-Галадарясы и Бёй-Галадарясы, комментируя строительство Азербайджаном новой автомагистрали в обход города Лачин. Азербайджанцы спокойно занимаются строительными работами. Никого из нас не беспокоят. Российские миротворцы попросили нас не общаться с ними. И мы, если и общаемся, то через миротворцев. Также армяне, проживающие в Лачине, заявили, что если Азербайджан позволит им остаться здесь жить, они тоже хотели бы пользоваться этой дорогой. Следует отметить, что длина вышеупомянутой дороги составляет 32 километра, а ширина 7-10 метров.